Здравствуйте, меня зовут Павел, у меня для вас есть полезный совет. Женщины постоянно для себя придумывают ненужную технику на кухне. Я вам покажу, как можно обойтись без миксера. Для этого нам понадобятся ножницы и обычный шуруповерт. Берем ножницы и закрепляем их в шуруповерте. Берем яйца, разбиваем яйца. Я вам отделю от желтка. Берем сахар, добавляем сахара. И берем наш миксер. Все это перемешиваем. Такие подручные вещи могут заменить вам любую технику.